я думаю, все норм. Меня норм слышно опять. Так, да, все норм. Так, я вернулся опять уже. Будем теперь проходить вторую часть. Нового возвращается. Так, первый уровень. Убежали. Вторую вообще не видел. А вторая у меня была. Вот, так что. Сейчас мы чикнем. Но это быстрее я буду подходить. У меня четырехигровка была такая, короче. Вот Shatterhand, короче, ну вот этот такой, который с глючным уровнем, вторым, короче, сразу. Чувак, кстати, мог на мечом так где еще был. Потом Batman, вот этот первый. Потом вот Power Blade 2 и DuckTale 2, короче. Ну, контра по нашему типа. Вот такая четырехигровка у меня была. Блин, тут они подстава. Не особо тут она и видна, эта подстава. Так, это у меня есть. Да, что-то видишь, что-то видишь. Мы уже прошли первую часть, мы уже приняли за вторую же. Ладно, извини, что Journal of Emerald. Мы уже прошли первую часть и начали вторую. Мы прошли, говорю, первую часть, мы уже играем вторую. Да и все. Мне больше вторая часть нравится. Как я и обещал, сегодня будет сюрприз. Собирай костюмчики. Power Glazer, да. Знаю. Только не играл. Ни складушки, ни ладушки, прямо жори по макушке. Вот. Переключимся на. Что-то не понял именно. Ты чё? Как бы это костюм мы собираем вот в таких дверях? В таких дверях собираются костюмы, а уже, короче, вот двери, которые будут вот боковые, вот там уже босс. В каждой комнате свой определенный какой-то костюм. Вот, на первом уровне... Нет, это нифига, короче, с первого Power Blade тут боссов нету, короче. Но вот этот вот дракончик, он только в этих комнатах есть. Вот, и нет. А так боссы разные. Сигареты, молоко и крекер, кайф. Ну, приятного аппетита тебе. Потом пойду поем, пройду игрушки. Сколько там человек-то смотрит? Только вы двое комментируете. Hmm.
Что-то есть такое, да. Си-Джей! Ты где? Hey, yo, CJ! What are you come on in? Вот, вот эта боковая дверь, вот тут босс уже. А давайте посмотрим на игру. Вот он говорит, let's torch this place and get away, типа, поджигай это место и убегаем. Вот прикиньте, кстати, русский перевод, да, Дом 2, поджигай это место и валим отсюда. Я полностью с ним согласен. Обязательно на радио зайду после стрима. Так что жди меня там, я сегодня много буду заказывать, я буду отыгрываться за вчера. Так не думал. Покажите мне этого человека. Вот мне сегодня третий уровень запилил с Power Blade 2. Если я его спою. Да, коснусь шипов и сразу смерть. Моментально. Кому ему и в какой фильм? Что-то пропустил? А, Дом 2 гори. Фильм еще снять такой Power Blade, чтобы ему там сниматься. Что-то ходить подводный уровень, что-то не припоминаю такого. Ладно, возьмем плавающий костюм. Погнали. Я думаю, так быстрее будет. Ну, что-то я не помню такого. Может, не доходил, может, есть. Но как он после вот этого вот не ломает ноги? О, тоже нервички пощекотать, зона. Зигвизерный пауэрблэйд. Георгий, переведи. Бывает. Давайте снимем.
своими силами давайте снимем. Только определим, кто сниматься будет, кто в какой роли, кто режиссер, кто продюсер, кто оператор там. Реально, давайте снимем свой Power Blade. У нас тут будет своя атмосфера. Да зачем Шварц? А я чем хуже? Ну ок, я согласен. Буду. Let's start this place and get away. Спасибо. Вот это вот, что за говно внизу плавает? Да, мы на втором уровне. А всего их тут, ну, увидите, короче. Говорить не буду. Все увидите сами. Да ну, не, это нефть. Ты смотри, видишь, там с канализации что-то льется. А еще дом 2, блин. Давно его пару закрыть надо. Все. Я хочу золото. Let's do this place and get away. Да, бабочка попила воды из канализации. Ты вообще стинг какого босса здесь не видел? Прикольно. Ну вот, дом был обзорван. Теперь мой самый любимый уровень. Вот и сейчас начнется сюрприз. На любом биоме. Стинг знает. Как всегда сидим на скамейке, ждем Димана, нашего друга. Вдруг выходит он из подъезда и подходит нам с семенами. Диман, дай семян, задал баблин, дай семян. Ну, у тебя полный карман, ну, дай семян. Диман, дай семян, задал баблин, дай семян. Ну, у тебя полный карман, ну, дай семян. Как всегда сиди на скамейке, ну да чуть-чуть, пожалуйста. Как всегда сиди на скамейке, слушай, Диман, ну дай семян. Как всегда сиди на скамейке, идем Диман. Ну, короче, вы поняли, что это за мелодия. Парам-пам-пам, вообще радует меня это мелодия. Парам-пам-парам. В общем, ты хочешь сказать, что это очень похоже на Бэтмена, да? Не давай, а Диман, дай семян. Сейчас пою еще разок. Как всегда сидим на скамейке, ждем Димана, нашего друга. Вдруг выходит он из подъезда и подходит к нам с семенами. Диман, дай семян, задолба, блин, дай семян. Ну, у тебя полный карман, ну, дай семян. Пофиг, подождет песенка. Ну, я и говорю, ты хочешь сказать, что похоже чем-то, да? Сейчас запишу свою песню, как киноманку для своего. Все нормально будет. Вот так прикольно вставать. Так, костюм ракеты. Поехали еще раз поем. Подпевайте.
Как всегда сидим на скамейке, ждем Димана нашего друга. Вдруг выходит он из подъезда и подходит к нам семенами. Диман, дай семян, заебал, блядь, дай семян. Ну, у тебя полный карман, ну, дай семян. Диман, дай семян, заебал, блин, дай семян. Ну, у тебя полный карман, ну, дай семян. Как всегда сидим на скамейке, ну да чуть-чуть, ну да чуть-чуть, пожалуйста. Как всегда сидим на скамейке, слушай, Диман, ну да семян. Да. Тут просто вот самая сложная часть, вот это вот здесь вот проходить, короче. Вот. Если пропеллера коснешься, тоже, короче, можно сдохнуть. Так, я сейчас, подождите. Давай, записывай. Как всегда сидим на скамейке, ждем Димана нашего друга. Вдруг выходит он из подъезда и подходит к нам с семенами. Диман, дай семян. Подождет, блин, дай семян. Не, я записывать не умею. Блин, дай семян. У тебя полный дай семян. Вот тут уже он летать умеет, ну, вот. Рокетир, короче. Чтоб легче пройти, то вот так можно. В смысле, ты тоже застыл? Почему не судьба? В связи с чем тебе придется покинуть нас? Ну ладно. О, да он уже сдох. Этот третий босс. Мы взорвали уже заранее дом 3. Вот. Там еще, видите, есть уровень 5, но туда нам не добраться, как бы я ни пытался. Так что. Ты адрес-то мой запишешь, когда? Как душ. Я тебе потом скину, короче, в личку, ладно? Угу. Ну там уже обсудим, короче. Спасибо, Стим, давай, удачи. Тут, конечно, можно использовать водный костюм. Но я лучше буду это. Спасибо, Ваня. Ну, скажи, сколько там человек смотрит? Там нас человек смотрят. Спасибо. Спасибо, поплывем. Да, я согласен, она грустная.
До свидания, я уезжаю на прощание, рукой вам помашу. Что-то такого типа надо. Да не пока, я не ухожу, я просто говорю это. Этот человек настал. Просто сочиняю песню. Красиво проскочил. Динозаврик Дина. Георгий, по-моему, комментируешь только ты. Нет! Все-таки попал по мне. Костюм патриота очень полезная вещь, правда. Потом покажу, как она работает. Бэтмен 2. Вот как видите, у меня вот внизу справа показано количество жизней, количество букв Е и Л. Е это энергия, то есть если мой костюм закончится энергии, короче, то есть он подпитается, короче. И буква L это наполнение жизни, короче. Как тоже в Мегамане есть банки E, также и L. Так. Продолжим стрим. Вроде я его забанил. Если кому ему не нравится, то блин, что он тогда тут вообще делает? Пусть идет свой канал, создает и там. Да, вот этот пресс, он пипец какой жесткий. Но тут надо проскользять, когда вот только он вниз идет, вот, и вот проскользять вот надо. Иначе, если когда он пойдет вверх, будем проскользить, то он прижмет и все. А назначить я пока не знаю, как назначать. Маньяк кто? Я что ли? Опа. И одеваем костюм патриота. Костюм патриота снабжен двумя защитными сферами, которые защитят нас от всяких разных повреждений, наносимых летающими маленькими врагами.
Вот, ну что ж, прошли мы четвертый уровень игры Power Blade 2. Опять он говорит, подругаем место и сваливаем отсюда. Вот. И открывается пятый уровень. Давай. Я пока буду проходить пятый уровень. Да пока не с чем поздравлять. Это ж только пятый уровень. А, побег у донца. Ну, не я бежал, честно. Вот, начинаются вот эти бесячие змейки. Как бы зажать, чтобы за жизнь уйти? Очень аккуратно надо. Тьфу! Попал. В смысле, кто там? А, да нет, тут не просто, тут надо попасть вот аккуратненько вот здесь. Иначе бы я свалился и потерял жизнь. Так, оденусь-ка я в этот костюм. А я вообще не курю. Ты говоришь? Нажми на паузу, пошевели джойстиком вправо-лево. Если все делать правильно, то в твоем распоряжении кажется драконий арсенал. Ну и чё? Ну, влево-право, это вот то, что арсенал, то, что вот он мне дал, дракон этот. Господи. Фигня, мне без этого. Так, а вот теперь вот самая жопа вот тут будет у нас. Очень сложно, так что пока не отвлекаюсь я. Мне показалось, или костюм стал золотым.
Пошли этот костюмчик. Пошли боссу. Вот мы его прошли. Упс. Пол трясется, и мы падаем вниз. И появляется еще один уровень. Как в контре прям, блин, по кишкам лазим, что такое. Есть вообще кто-нибудь в чате, нет? Никого. Вот та же самая фишка, что на пятом уровне, но только, блин, поаккуратнее. Помнился нам костюмчик. Да... Нет, да пошевелить ты толку. Блин. Блин. Это просто прикол, то, что вот, ну, вот, вот это вот шевелим. Это и есть костюм. Набор костюмов. Это фигня. Это не секрет. Мы уже проходим шестой уровень. Может, пока ты ходил, пройдя пятый уровень, под нами пол провалился, и мы уже на шестом. Такая тишина. Вот я раньше думал, что это мумии бинтами стреляется, а калом. Потому что я увязал в ней и не мог пошевелиться.
Даже вот эти вот змейки, то же самое. Опа, вот это уже глюк. Тут, по идее, должен быть этот. Семок дать, это надо мелодию другую. Так, ну а теперь вот опять же сравнение с Мегаменом. Сейчас поймете, какое. Мы должны снова пройти всех боссов. Окей. Был прикольно, весь этот Торнадо Мэн прозвучал там из девятой части. Я не знаю, что еще. Что хочешь, то и кидай. Вот Power Glove что-нибудь покачать тоже. А вот это вот самое главное, которое есть. Типа как депутата там какого-то из них. Превращается вот в такого вот бугагашку. С ним у нас последнее сражение. Это вообще легко мочить, если вот так вот делать. Опять в этом черном золоте мы. Когда он стреляет в него, просто надо попрыгнуть, чтобы он не попал. Типа как током он что-то там разрешается. А костюмы патриота просто защищают у вас эти сферы от его всяких вот этих вот шаров. И все. Все. Победоносно подняв руки вверх, мы говорим: Let's tear this place and get away. Хочется добавить fuck yeah. Миссия пройдена. Ну, просто последняя заставка. Типа человечество снова было спасено вот этим челом. Но мы никогда не узнаем его настоящего имени, потому что он типа специальный агент. Он не разглашает свои тайны. Вот. Наступает утро, и он говорит нам спасибо. Thank you. И под приятную музычку пошел желтый снег. Окей, да, качаю вот эту мелодию. Ну что ж, я думаю, наш стрим на сегодня завершается. Вот, пройдены две части Power Blade. Вот, первую часть можете посмотреть в моей видеозаписи внизу. Под видео есть ссылки. Так что мы сейчас переходим. Ну, я отключаюсь, и мы переходим, наверное, на радио X-Site. Ссылку, я думаю, Георгий Эмералд Плетнев вкинет сюда в чат, все перейдете туда. Вот, ну а я отключаюсь. Всем спасибо за внимание. Еще увидимся, следим за новостями.